Радиорубка. Будет жарко. Я Елена Афонина, приветствую наших радиослушателей. И сегодня в течение этого часа мы будем спорить о культуре, о маньяках и о том, насколько одно сочетается с другим. Вы знаете, иногда, начиная программу «Радиорубка», я уже могу заранее предсказать, каков будет исход вашего голосования. Ну а сегодня ничего сказать не могу, потому что здесь скорее вам слово, обращаюсь я к нашим радиослушателям. На одном из мультимедийных сервисов состоялась премьера сериала «Чикатило». И сегодня мы пригласили в эту студию и режиссера сериала Сарика Андреасяна. Сарик, здравствуйте. Здравствуйте. И актрису депутата Госдумы Елену Дропека. Елена Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Для того, чтобы с помощью двух людей из мира культуры все-таки выяснить, надо ли увековечивать память преступников. Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Пожалуйста, кто нам дозвонился? Светлана из Ростова-на-Дону с нами. Светлана, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Елена. Дело в том, что я как раз жила в шахтах, когда вот это событие происходило. И мы девочками боялись ходить, днем боялись. Вы понимаете, он был очень приличный человек в семье. И он был очень приличный человек на работе. И среди соседей. И никто не мог подумать, что он большой преступник. Это милиция напала один раз на след, а потом как-то он замазал следы, и в результате 53 женщины. И вот это вот нам кто-то проповедует за частные деньги. Да никто вам ничего не проповедует, вам это рассказывают. Езжайте в свою Армению. Вы знаете, а вы лечитесь, пожалуйста. Спасибо большое, конечно, но вот в данном случае с вами, с последней репликой, абсолютно не согласна. Понимаете, вот... Как раз-таки, может быть, вы с шовинизмом будете бороться, понимаете, и с другими вещами. Ну, правда, это очень неловко все это слушать. То есть она боялась выходить на улицу. А почему про это не рассказать? Чтобы другие люди понимали, что ваш сосед может быть таким, который оказывается приличный человек. Может быть, вы будете держать ухо востро. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, я что... Прошу прощения, простите, да, простите, это очень больное сознание. Я понимаю. Если вы вдруг думаете, что я себя в чем-то обвиняю, то я вам еще раз всем скажу, что нет. Я художник, мне это было интересно, и я экранизирую историю своей страны. Я хочу привести один пример... Извините, в своей страны. Время подождите. Яко Оно после убийства подождите. Джона Леннона просила не называть имя его убийцы, но чтобы все не знают. Проставлять его. Но итак, все знают. Все знают. И фотографии знают. Программа «Радиорубка» заканчивается. Я благодарю Сарика Андреасяна и Елену Дропека. Во-первых, произносите мою фамилию правильно. До свидания. Прошу прощения. И мнение нашей аудитории, что фильмы про маньяков 83% сказали снимать не надо. Понимаете, вот как раз-таки, может быть, вы с шовинизмом будете бороться, понимаете, и с другими вещами. Вы вообще русский великий кидало. Мы же следим за вашим репортажем. Вы все равно неправду говорили очень много, долгие века. Вся наша беда из-за вас, кстати. Кстати, и в 15-м году тоже ваша вина. Через какое-то короткое время они вас примут. Это же тупо, неужели не понятно? Потому что она одна семья. Она одна семья и одна кровь. Мы россияне останемся мерзавцами, понимаете? Они таким и были. Очень долгие века. Очень долгие века. Вы русские великие кидалы, потому что у вас монгольская татарская кровь. Россия должна была ввести войска в Карабах и воевать в Карабахе, за Карабах. Да. Владимир Владимирович Путин! Подожди! Владимир Владимирович Путин! Ты никогда не стал президентом России! Я был инициативом с одного армянина, который тебя сделали России президент! Я лично просил дочь Ельцина! Ты армянский народ оставил на такое состояние! Большое спасибо от тебя. Это все на тебя пусть пойдет. Когда ваши русские матери будут плакать
плакать, как мы плачем. Мусульман уже Россию взял, потому что татарские женщины рожали русскую. Фух, понятно, от русского. Все. Окей. А сейчас... Вот эту вот нацистскую пропаганду, извините, я не буду дальше записывать. Извините.